Всем привет! Сегодня поговорим про Victorinox 2373. Это компактный ножик Victorinox длиной 83 мм, но его оформление и комплект поставки ориентированы на детей, на их приобщение к ножевой тематике, чтобы ребенок учился пользоваться подобными инструментами. Упаковка типа блистер, имеется вот такой вот выдвижной лястик. И внутри в комплекте мы можем найти следующие элементы. Элемент номер один – это вот такой вот темляк. Элемент номер два – это сам ножик. И элемент номер три – это книжка-раскраска с героями, которые нарисованы на накладках самого ножа. Бывает три вида оформления данного ножа. Соответственно, комплектация по аксессуарам будет отличаться и зависеть от того, какой герой у нас на накладке. И, конечно же, в комплекте идет стандартная инструкция Victorinox о том, как пользоваться данным ножом и сохранять его в работоспособном. Итак, данный ножик относится к серии армейских швейцарских ножей 84 мм. Минимальный набор инструментов. И главное отличие – это накладки на рукояти и форма основного клинка. Дополнительные инструменты в накладках вроде пинцета и зубочистки у нас здесь стандартные. Также стандартное заводное колечко. Шнурок, темляк, идущий в комплекте, позволяет при помощи карабинчика вешать данный ножик на шею и использовать его так, чтобы он не потерялся. Основные инструменты у данного ножа – это вот такое компактное лезвие. Лезвие с закругленным кончиком, соответственно, чтобы ребенок не поранился, не уколол себя. Для пользования, для обучения использования самое то. На ноже присутствуют стандартные клеммы, клеймо Victorinox Swiss Made. Замок здесь классический бэклок без защелки фиксатора, просто подпружиненный. Второй инструмент — это здесь коротенькая пилочка. То есть ребенок может научиться пилить, пользоваться подобными инструментами. И третий инструмент, спрятанный в рукояти, это открывалка. Открывалка чуть-чуть отличается от классической, имеет инструмент для снятия изоляции, скорее это дань стандартизации инструментов, чем необходимость иметь этот инструмент в данном ноже. И острие открывалки может быть использовано как плоская отвертка. На обратной стороне ножа никаких инструментов вроде шила, штопора или отвертки здесь нету. Такой вот компактный маленький ножичек Victorinox 2373. Предоставленные для обзора официальным дилером ножей Victorinox в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Мне кажется, ножик очень интересный, поможет приобщить ребенка к ножевой тематике. И все-таки лучше, чтобы первый ножик у ребенка был качественным, хорошим, чем это будет плохой нож с косяками, который вызовет много вопросов, неудобства использования и оставит негативное впечатление. Такой же ножик оставит только позитивное впечатление и, я думаю, проживет очень долго и сохранится на многие годы, если ребенок его, конечно же, не потеряет. В плане расцветки он хорош, но, как мы видим, он довольно неплохо сливается с окружающей средой, потому следует быть аккуратным. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео.